Энцо Феррари. Итальянский конструктор, предприниматель и автогонщик в проекте «Фамильные истории» на телеканале «Автоплюс». Энцо Феррари впервые увидел заезды гоночных автомобилей в возрасте 10 лет. С тех пор он твердо решил связать свою жизнь с автоспортом. Однако гонщиком был совсем недолго. Он построил с нуля гоночную империю, но о своих достижениях отзывался скромно. «Я никогда не считал себя конструктором или изобретателем. Я был всего лишь человеком, который поддерживал идеи и способствовал их воплощению. И благодаря своему врожденному таланту вдохновлял людей. Вся его жизнь полна противоречий, о его странностях ходили легенды. Например, он до самой смерти боялся своей матери. До конца жизни писал только перьевой ручкой и только фиолетовыми чернилами. Самых важных посетителей часами мариновал в приемной. Когда же гости заходили в кабинет, там было темно, а сам хозяин сидел в этой темноте в солнечных очках. Некоторые считают, что причина его успеха имеет почти мистические корни. Ведь когда-то вставший на дыбы конь, которого теперь знают во всем мире, красовался на фюзеляже лучшего итальянского пилота времен Первой мировой войны – Франческо Баракка. Небесный кавалерист, такое прозвище было у Франческо, погиб. Однако мать пилота подарила его в далеком мае 1923-го тогда еще никому неизвестному гонщику Энцо Феррари. Она утверждала, что этот конь принесет Энцо удачу. Как показало время, женщина была права. Энцо Феррари умер в августе 1988 года, спустя полгода после своего 90-летия. Похороны состоялись на следующий день и были чрезвычайно безлюдными. Улицы Модены были пустынны. Энцо Феррари.